Прости меня, пожалуйста, косой. Я ведь не нарочно, я тебе нечаянно на ногу наступил. Ой-ой! Ой! Что мне от твоих извинений? Остался я теперь без задней ноги. Вот как я теперь прыгать буду? Ой! Ой! Сейчас дойдем. Я тебя выхожу, я тебя вылечу, ты уж меня прости. Вот, ложись на мою кровать, а я уж на полу лягу. Ой, 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 ой! Я сейчас умру, учти. Ой! Не плачь, потерпи. Вот, поешь. Ой, 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 ой! Что же делать-то? Ну, чем мне тебя позабавить? Ой, 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 ой. Ох, а вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые. Не плачь. Спи, спи. Ой. А, как твоя лапка, косой, заживает? Еще как, болит. Вчера вроде лучше стало, а сегодня так ломит как-то, и вовсе встать не могу. Так, ой-ой-ой, вот так как-то вот. Да? Косой зажила. Что ты глупости спрашиваешь? Хуже прежнего болит. Сделал ты из меня инвалида! Как я теперь хромой жить буду? Что же мне делать? Ну, как тебе помочь? И кормишь ты меня плохо. Вчера морковка, сегодня, понимаете, опять морковка. Искалечил! А теперь голодом моришь. Хочу сладких груш. Можешь с медом? Да. Ой, ой.
такой озабоченный. Мед и груши искать. Отдавил я зайцу заднюю лапку. Вот теперь и мучаюсь с ним. Лечу, как могу. И как на ноги не поставлю. Почему сам лечишь? Врача бы позвал. Где его найдешь? А зачем искать? Разве ты не знаешь, что я второй месяц при больнице работаю? Проводи меня к зайцу, я его быстро на ноги поставлю. Пойдем, выручи меня, то прямо не знаю, что и делать. Вторую неделю на полу сплю. Мишка кормит, Мишка поет, ловко я провел его, а меня не беспокоит ровным счетом ничего. Какой у него озноб. Надо его госпитализировать. Заберу-ка я его к себе в больницу. У меня волк по ножным болезням большой специалист. Мы с ним вместе зайца лечить будем. Терапия. Да, век живи, век учись.